Всем привет! Мотобаки в количестве 2 штука. Ой, конечно, видите, тут такое все. Но мы его не подготовили, мы его только песочили. Вот, сам заказчик его подготовил, шпаклевал, выравнивал. Нас попросил только покрасить в белый глянец. Конечно, хреноват немножко он это подвыравнивал, но не знаю, может, они и не нужны больше. Может, просто для повседневной езды. Ну так вот, пожалуйста, 2 белых бака. Дуги от мотика в белый глянец. Предварительно были от песка струены, подготовлены и покрашены. Покрашены безупречно. Будут служить долго своему владельцу. Будет ездить, да, и будет счастливым. Сейчас прям усилил что-то мотопривозы. Молодцы ребята, зимой готовят заранее все, чтобы, в общем-то, потом в сезон как-то там не это, в очередях не бывать. Так что везите, мы приступили, мы работаем, все на месте.